Слушай, зайка, да я не обижаюсь на твою маму. Ну, понятно, каждая мать хочет счастья для своего ребенка. Я тебе обещаю, в самое ближайшее время я решу все наши проблемы. Привіт, це «Наші гроші», я Денис Бігус. За останні роки ми випустили цілу низку розслідувань про корупційні схеми в енергетиці, оборонці. Ми говорили про незаконну рубку лісу, бурштин, контрабанду і рейдерство. Такі різні теми, так? І лише один фігурант. Три роки розслідувань і нарешті. Вчора одіозного олігарха Олександра Туманова побачили в залі суду. За підрахунками прокуратури, загальна сума збитків для держави від цієї туманної діяльності перевищує 10 мільярдів гривень. Це була би радісна промова, якби вчора суддя Печерського суду Ковпак не відпустив Туманова під заставу у 10 тисяч гривень. Тож на даний момент ми Боже, чекаємо, що в стране твориться? 10 мільярдів сварвал, за 10 тисяч гривень вийшли. Слушай, виключай свій ящик і садись к столу. Быстрее. Слушайте, дядь Саш, сегодня же «Динамо» играет. Вы на стадион не идете? Меня сегодня Хацкевич попросил заменить его. В смысле? Я на «Динамо» штуку поставил. Я им сегодня расскажу, как надо играть. Что? Так, Санек, давай-ка выпьем, а? Ну что, дети? Что вам пожелать? Уж как мы ждем внучку. Как говорят, чтобы роды прошли быстро, родили нам оптимиста. За доченьку. Чин-чин. Ну, как дела ваши? Как концерты? Да как, теща? Вы знаете, столько лет колесили по стране, сейчас решили паузу сделать, снимем пару хороших клипов, ну и потом опять в тур по Украине. Понятно. Кстати, я на днях видела интервью Дудя. Ребята, у них рэперы такие деньги зарабатывают. Я бы на твоем месте подумала о концертах в России. Слушай, ну мы с вами тысячу раз уже это обсуждали. Ну, знаете мою позицию, знаете, о чем у меня песни. Пока Путин у власти, я туда не ногой, потому что будете мне рисовать плакаты, как Сенцову. Тут, да что ж ты такое говоришь? Не дай бог. Кстати, у тебя сейчас столько друзей, лично знакомых с новым президентом. Может быть, ты тоже подсуетишься? Глядишь, и какую-то должность получишь. Теща, ну, какую должность? Министра по рэпу? Саш, не смешно. Совсем не смешно. Мы же квартиру на Аню оформили. Так вот, нам теперь каждый месяц приходит уведомление о кредите по месту прописки. 3 месяца не платили. Я говорила, что кредит – это злона. Естественно, меня никто не слушал. Слушайте, Наталья Олеговна, мы снимали клип. Вышли немного за бюджет. Вы знаете, клипы — это не 3 копейки. Сейчас заработаем денег, закроем кредит, тем более последний клип неплохо пошел. Я знаю. И что его не взял ни один телеканал, тоже знаю. А знаешь почему, Сашенька? А я тебе скажу почему. Потому что песни твои в последнее время стали напряжные. А людям вот так этого в жизни хватает. Они не хотят, чтобы их песнями грузили, понимаешь? Вот где на корпоративе будут петь? Волчата, волчата, на нас улицы оставили свой отпечаток. Или на дне города. Нет, Наташ, ну что, ну в Кременчуге зайдет. Может, ты помолчишь? У тебя ребенок скоро родится. Ты думал, как вообще деньги зарабатывать или нет? Я
Если в доме нет лавы, я начинаю хаслить. Если снова на нуле, я начинаю хаслить. Так учили с малых лет, проснулся, надо хаслить. Хаслить, хаслить. Папе надо хаслить. Зай, как тебе платье? Платье бомба. Это тоже берем. Да, Сашка, привет, брат. Сереж, привет, брат. Слушай, помнишь, я тебе как-то деньги одалживал? Можешь вернуть, пожалуйста? Сань, сейчас столько всего навалилось. Я верну, ты же знаешь. Ну, я человек слова. Алло. Привет, Никитос. Это кто? В смысле, Саня Эрман. А, Санёчек, братик, здорово, родной. Та телефон разбил, хожу со старым. Слушай, братанчик, я тебе год назад деньги одалживал, можешь вернуть? Братик, честно, сейчас бабок вообще нету. Ну ты же меня знаешь, я отдам, отвечаю, бро. Андрюх, привет. Слушай, я тебе год назад деньги одалживал, можешь вернуть? Ренат Александрович, возьмите новые VR-очки. Не хочу, у меня есть. А может тогда электроролики? Надоели. А может все-таки мини-байк? Не хочу мини-байк, есть что-то поинтереснее. Слушай, да мне похер на твои проблемы. Покупайте себе новые телефоны, жрете в ресторанах, ездите на отдых, а деньги отдать не можете. Да мне плевать, что там у тебя. Мне нужны мои деньги, ты понял? Ренат Александрович, а может быть 3D-ручку? Ярмак? Привет, давай сфоткаемся. Давай. Хорошие песни пишешь, чувак, молодец. Спасибо. Я услышал, тебе деньги надо. Поехали, я заплачу. Ренат Александрович, вы выбрали себе подарок? Да, я хочу, чтобы Ярмак поехал с нами. Мужики, вы что, смеетесь меня? Я на встречу опаздываю. Я заплачу, я твои песни слушаю. Видимо, плохо слушал. Парень, подожди. Слушай, давай договоримся. Поедешь с нами, проведем время с ребенком. Мы хорошо благодарим. Мужики, вам что, кукла по вызову? Нет. Ренат Александрович, не получилось. В смысле не получилось? Я тебя по-людски попросил. Ты чё, охренел? Поехали! Привет, братан. О, привет, братан. Ну чё, как дела твои? Ой, Ромчик. Теща узнала, что мы 3 месяца кредит по квартире не платим. Чувак, такого продюсера включила. Понятно. Слушай, давай наши дела обсудим насчет тура. Я попрозванивал всех организаторов концертов. Никто гонорар платить не хочет. Все предлагают ехать на кассу. Саша, я послал всех нахер. Вот зачем нам организаторы концертов, если мы сами можем все сделать? Тем более мы все площадки по Украине знаем. Ну окей. Да, еще раз заслал коммерческие предложения, ну, по списку, который мы с тобой составляли. Фу, честно говоря, пока тишина. Ты сам знаешь, сейчас кроме алкашки и табачки денег платить никто не хочет. Блин, Ромчик, я тебе отвечаю, просто в шоке. Чувак, у нас 300 миллионов просмотров на YouTube, 600 тысяч подписчиков. Да я не знаю, я готов молоко рекламировать, чувак, не знаю, сухарики, чипсы, батончик. Да блин, Макдональдс, оно ж так и просится, Ярмак, пара-па-па-па, я це люблю. Согласен. Тем более то, что мы просим, для них всех это просто копейки. О, не герой, Ярмак, здорово, брат. А шо ты? Где клипы, где треки, где пропал? Чувак, да вот клип недавно вышел. Ну, на новом рэпе ничего не было. Короче, я MC Лещ, реально, зацени куплет, брат, тебе залетит 100 пудняков. Я MC Лещ, бито грызаюсь, как клещ. Для меня хип-хоп, жизнь для тебя просто вещь, которую ты выкинешь, как только время пройдет, я всегда здесь. Слушай, чувак, остановись, ты видишь, я с человеком общался. Сори, браза, не герок, сорян. Запомни, Сань, пока есть ты, пока есть я. Киевский хип-хоп жив, да, давай.
Блин, Ромчик, чего они все говорят, что я куда-то пропал? Мы каждые 3 месяца выпускаем клип, который минимум набирает 3 ляма. Братан, просто нужен один суперхит. Один трек, и все будет так, как надо. Ой, Ромчик, я понимаю, братан. Ну, нянька сейчас беременная, кредит на квартиру. Концертов нет, бабок нету. Я реально думаю не о том, как сейчас песню хорошую написать, а банально, как просто моя семья проживет в ближайшее время. А друзья, Ромчик, пидорасы. Когда у меня были деньги, я никому не жалел. Давал, не спрашивал, когда вернут. Все по-братски, по-пацанячьи. Когда мне надо, все, ни у кого нет. Да. Сань, ты только дослушай до конца, хорошо? Мне тут звонили одни очень-очень серьезные люди. Предлагали 50 тысяч долларов за то, что ты просто приедешь к мальчику на день рождения и проведешь с ним один день. Да ладно. Нет, я сам поначалу подумал, что это какой-то пранк. Чувак, да я вот к тебе буквально шел, выходит малой вот такой вообще с магазина. Вокруг него куча охраны, куча сотрудников магазина, все ему какие-то там игрушки самые новые предлагают. Он говорит, все надоело, хочу Ярмака. Я не понял, ты что, какой-то тренд у мажоров? Сань, я не знаю, сколько предлагали тебе, но у меня реальные люди и реальные бабки, которые в один момент решат все твои вопросы. Блин, Ромчик, честно, какая-то сказка. Слушай, чей это вообще сынок, если батя готов мне, какому-то рэперу, заплатить 50 кусков за то, что я просто приеду поиграю с ребенком? Ну, может, ты слышал о таком? Туманов Александр Владимирович. Ромчик, конечно, слышал. Сегодня буквально новости про него смотрел. Ты знаешь, что это вообще страшный человек? Его ж судят сейчас. Он там коррупцией занимался, воровал людей, отбирал предприятия. Ромчик, вот отвечай, я так и знал, что где-то есть подвох. Чувак, это супер хреновая идея. Саня, ну малой реально слушает твою музыку. Вот на, посмотри видос. Да, сделай громче. Громче, говори. Волчата. Улица оставила на нас отпечаток. Волчата. Холодным каменным лесу подрастает чадо. Бля, Ромчик, так это же этот малой, которого я видел. Ром, да это демон малолетний. Я тебе не могу передать. Он просто вот огромному чуваку убийце. При всех, за то, что тот не смог типа со мной договориться, как влепил пощечину. Просто вот этот малолетний пиздюк. Братан, это пиздюк с полтосом. С полтосом, который в момент решит все твои проблемы. Ромчик, ты хочешь оставить мою будущую дочь без отца? Он же ж мне нахамит, я ему там дам леща, там меня и похороним. Йо, брата, что-то говорили за леща? Что? Братан, 2 минуты назад читал тебе свой куплет, МС Лещ. Короче, есть идея, давай фиданем. Это будет такой бэнгер, братан, я слушай, знаю. Слушай, чувак, я общался с другом, имей совесть. Вопросов ноль, братан, и хип-хоп ван лоб. Санечка, я понимаю, что малой не подарок. Отец вообще страшный человек. Но ты просто вкинься. Один день, и проблем как не бывало. Ромчик, да с моим характером у нас проблем только прибавится. Саня, ну не преувеличивай, а. Ну у малого день рождения. Он реально твой фанат, захотел пригласить любимого рэпера на день рождения. Что здесь плохого? Ромчик, самое плохое то, что я практически в каждом треке говорю про этих ублюдков, которые разворовывают нашу страну, а сам такой на мышу еду забавлять их деток. Братан, ну кто об этом узнает? Я ценю твою принципиальность и честность. Ну ты просто должен подумать хорошенько, что лучше. Один хреновый день, и то еще не факт. Или ближайшие несколько лет. О, не герочи, короче, реально, послушайте, есть тема на фит «Смог городских душ». Первую часть читаю... Чувак, ты заебал, иди нахуй отсюда. Правду Лоик говорил. Сука ты зажженная, понял? Братан, пойдем, не обращай внимания на дебила. Заебал просто. Саш, прошу тебя, я очень хочу, чтобы ты меня услышал. Ты должен понять, что ты за один день можешь решить все свои проблемы. Ты закроешь кредит, закончишь ремонт, запишем альбом на классной студии, снимем пару офигенных клипов. На это нам надо, ну сколько? Ну сотка, Ромчик. Братан, да пускай сотка, как минимум вторую половину заработаем на концертах. Братан, я вот прям чувствую, сейчас попрет. Я не знаю, как тебе еще объяснить.
Ромчик, как отдать Днюха у малого? В том-то дело, что Днюха завтра, надо принимать решение. Ромчик, завтра вот вообще никак. Няньку на УЗИ надо везти. Братан, ну это что проблема? Ну давай я Аньку отвезу, она все поймет. У нас есть реальный шанс все поменять. Ромчик, я не знаю, что тебе сказать. Правда, там есть один нюанс, Саш. Батя убийца, малой лютый хам. Сколько еще может быть нюансов? Ты же понимаешь, это день рождения. Отец хочет, чтобы был какой-то сюрприз, какая-то неожиданность. Ну? Короче, не хотят, чтобы тебя привезли в подарочной упаковке. Что, блядь? Братан, ну вот они звонят. Что мне отвечать? Да я отвечу. Алло? От Туманова, да? Значит, передайте своему Туману, что он охуел уже в край. За последние годы вы вообще перестали кого-либо уважать. Законов для вас не существует. Люди — это рабы, которых можно нагибать, унижать, обворовывать. До нитки, сука, до нитки. Такие, как ваш Туманов, обобрали нашу страну и покупают игрушки для своих деток. Так вот, я не игрушка, не шут, не потешник. В 21 веке, сука, живем как феодалы. Не страна, а княжество. И в каждом регионе свой царек. Так вот, передайте своему князю, что холоп шлет вас нахуй. Пусть возьмет свои 50 тысяч долларов и засунет себе в жопу. Потому что не все, сука, в этой жизни можно купить за деньги. Понятно? Значит, слушай ты, святоша, блядь. Я тебе деньги предлагал, теперь предлагаю жизнь. Мой пацан какого-то хера твою музыку слушает. Завтра поиграешься с ним и проваливай. Понял, бля? Артист. Слушайте, ну... Вот вы себя уважаете, да? Считаете сильной личностью. Вот... Если бы вам в 27 лет позвонили и предложили вылезти из коробки, вы бы что сказали? Застрелил бы нахуй. И я думаю, мои эмоции можно понять. Потому ты и живой еще. Слушайте, мужик. Мужики, да я бы, может быть, и остался, но... Ну вы поймите, меня беременная жена дома ждет. Вот и не выебывайся, чтоб дождалась. Завтра гости приедут, петь будешь. Я ж не пою. Я знаю. Мы тут гуфа как-то накурили, еле уплыл. Рэперы, блядь. Второго долбоеба привезли? О, гусь! Хуюсь, блядь!